Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, Людмила Васильевна не смогла приехать в Москву и прочитать свой доклад, поэтому это сделаю сейчас вместо нее я. Итак, тема доклада Людмилы Васильевны «Вода и камень в земных ступенях и в горной тропе» Юргиса Балтрушайтиса. Две поэтические книги Юргиса Балтрушайтиса вышли поздно. В 1911-12 годах кризис символизма был уже ощутим, и неудовлетворенность цветами позднего символизма слышна в последующих рецензиях, особенно представителей новой эстетической формации. Так Николай Гумилев констатировал, что между первой и второй книгами почти нет разницы. Автор декларации «Наследие символизма и акмеизма» определил, что у Балтрушайтиса, цитата, «все творчество выдержано по своей равномерной и часто раздражающей отвлеченности. Он смотрит на мир глазами сомнамбулы, и все вещи проходят мимо него, не задевая его и не волнуя». Конец цитаты. И далее следует приговор мэтра новой поэтической школы. Цитата. «Творчество Юргиса Балтрушайтиса вряд ли характерно для поэзии наших дней, но, как одиночка, он ценен и интересен». Конец цитаты. Рецензия Гумилева появилась в первом выпуске «Гипербореи» в 1912 году, столь плодотворном для цеха поэтов с его атрибутикой камня как материала для строительства нового храма искусства и концепции нового зодчества как метафоры построения сделанности текста. Однако в рецензии на «Горную тропу» Валерий Брюсов годом ранее, определяя творческий метод создателя «Земных ступеней», тоже говорит о построении храма-замка, и здесь проступают контуры тех поэтических мотивов, которые систематизировали и композицию, и идеологию книг Юргиса Балтрушайтиса. Цитата. «Основной пафос поэзии Юргиса Балтрушайтиса – символизация всей окружающей действительности. Он ничего в жизни и ничего в мире не принимает просто, как явление, но во всем хочет видеть иносказание, символ». Конец цитаты. Далее Брюсов представил мифопоэтику первой книги своего в прошлом друга и единомышленника. Начало цитаты. «Вот характерные для него стихи. Божий мир для нас как море, мы на темном берегу, глухо плачем о просторе». Подобно тому, когда Балтрушайтис говорит о построении замка, надо разуметь строительство жизни. Когда описывает ручеек, оказывается, что он течет в русле бытия. Когда поминает кубок, то это не иной, а тот, в котором влага жизни и тому подобное. Здесь, конец цитаты. Здесь Брюсов, как и в других своих отзывах о символистах, представляет символы и мифы в картине мира одного из них. Таким образом, центральные мифологемы поэтического мира Юргиса Балтрушайтиса сопряжены с эмблематикой камня и воды, как в известном поэтическом портрете, набросанном Константином Бальмонтом в перечне адресатов книги «Будем как солнцем». Начало цитаты. «Угрюмому, как скалы, Юргису Балтрушайтису». Конец цитаты. В стихотворном послании поэта, адресованном Юргису Балтрушайтису, проступает ипостась водной стихии. Цитата. «Тебе известны, как и мне непобедимые влечения, и мы в небесной вышине, и мы подводные течения». Конец цитаты. Среди образных абстракций, которые в цитируемом тексте Бальмонта соотносимы с топикой ранней лирики Балтрушайтиса, каменной атрибутики сравнительно мало, в то время как комплекс воды семантизации отражения зеркала судьбы, текучести хода вечности, ночных знаков, где сосуществуют вместе вода и огонь, являет мифологизацию поэтического облика художника-дьявола и исполнителя данс-макабр
«Плясок смерти», каким представлен русско-литовский поэт в книге Бальмонта. Все эти знаки соотносимы с книгой «Земные ступени», где сфера воды представлена более частотными сигнатурами, нежели образный арсенал камня. Поэтические номинации водной сферы, наиболее часто сочетающиеся в разных смысловых комбинациях книги, начинающиеся с цикла «Весенняя роса» и завершающиеся «Белыми вихрями», представлены лексемами воды, влаги, озера, моря, морской зыби, залива, росы, потока, глубины, ручья, волны, вала, дождя, ливня, струи и тому подобное, а также перифрастическими и метафорическими сочетаниями, например, пенное вино обошующее море, искрящийся, блещущий простор, тоже море, бестрепетное озеро или мутные бездны сумрачных озер, русло бытия и тому подобное. Поскольку стихотворения, образующие лирический цикл, часто соотнесены с тем или иным адресатом, в нашем сообщении мы ограничимся лишь посвящениями Бальмонту и Брюсову, то мифологизация поэта представлена здесь в комплексе интертекстуального нарратива, что обнаруживает динамику развития метаязыка и символистского эзотеризма. Ограничимся здесь двумя примерами. Из ряда стихов с пометой «К Бальмонту» обратимся к стихотворению «Ветер», заглавие которого корреспондирует с известным бальмонтовским «Я вольный ветер, я вечно вею, волную волны, ласкаю ивы, взметаю тучи, взрываю море». У Балтрушайтиса метафорическое сочетание «Мир безбрежный», «Море», «Дальняя», «Даль синяя», «Час тревог грозовой» и прочее продолжает бальмонтовский ассоциативный ряд: «Волна», «Вольность», «Вал», «Вихрь», «Веселье», «Восторг», «Вечное возрождение», «Восхождение солнца» и стихотворение «Там, где утро зажжено», цитата. «Если вокруг тумана долы, туча солнца обовьет, он, то есть ветер, и бросит зов веселый, в клочья, в хлопья изорвет». Мятежность и веселье стихий ветра моря созвучны дерзанием алчущей души в бурях жизни. Цитата. «Мчится ветер вихрем гневным, пыль взрывая в небеса, с визгом, присвистом напевным, развивая паруса». Нарративные ряды, где символы водных стихий определяют метонимические сочетания, такие как «русло бытия», «мир, как море безбрежный», «векторность, бег к дали синий, к морю», пространственный изоморфизм, закрепленный также и внутренней рифмой «в море, в поле, там же воля», способствует развитию сюжета о поэте. Иными словами, Балтрушайтис создает свой индивидуальный мир о поэте Бальмонте. Психотипические характеристики прежде всего идентифицированы с устойчивыми литературными масками, созданными русскими символистами, где Бальмонт – певец бездн и соблазнов. Однако у Балтрушайтиса достаточно явственен и мотив альтер-эго, то есть мифологизированный образ адресата, поэта Бальмонта, представлен в книге стихов как одно из возможных воплощений лирического «я». Сравним здесь ряды поэтических сентенций, указывающих на это «я твой двойник», «я рыцарь твой», с усиленной маркировкой признакового сочетания «лунный рыцарь ждет луны», семантизации вертикальной аналогии между женственной ипостасью Луны, то есть верха, и морской глубиной, то есть низом. Продолжая ряд уподоблений, в целом мире, в людском море, мы одни, один на свете труд у нас, мы две раскрывшихся души, нас в мире двое, ты да я. Из всего этого можно заключить, что символика воды моря в достаточной степени
степени насыщена аллюзиями из текстов Бальмонта. То есть в книге «Земные ступени» произошла тематизация основных знаков и мотивов из книг «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь» и «Литургия красоты». Интересна мифологизация облика Балтрушайтиса и его поэтических тем в посланиях Валерия Брюсова. В отличие от выше цитированного послания в раннем тексте 1900 года, особенно акцентирована эстетическая близость тебе и нас, цитата, и силой нам неведомых заклятий, отъятый от своих стихийных братьев, вой с нами ты, былое позабыв. Образ одного из нас, символика облика Балтрушайтиса, проступает через эмблематику камня. Брюсов в своем сонете как бы закрепляет легенду о камне, ее сюжетным вариантом будет известное стихотворение, своеобразное предание о камне под брюсовца Николая Гумилева. Не случайно рецензии на его «Жемчуга» Вячеслава Иванова и самого Брюсова подчеркивают тематическую зависимость ученика от метра. От брюсовского сонета, вероятно, идет и бальмонтовская характеристика Балтрушайтиса, как хмурого, как скалы. Исключительность поэта проступает посредством подробной детализации символов поэтического ландшафта у Балтрушайтиса с акцентировкой первозданности и немоты камня и с усиленной антитезой мира утесов и морской стихии. Цитата. «Но ты был чужд ответом и вопросом, равно встречая зиму и весну, и только коршун над твоим откосом порой кричал, роняя тень волну». Непохожесть, как знак иной породы, атрибутикой которой является тяжесть, даль, глубина, возвышенная сфера, удаляющаяся от низменности земного мира. Цитата. «Ты был когда-то каменным утесом и знал лишь небо, даль да глубину. Цветы в долинах отдавались росам, дрожала тьма, приветствуя луну». Былое позабыв, камень сохраняет бессознательную глубину про памяти, и это отражено в картине мира человеческого утеса. Цитата. «Но взор твой видит всюду, только вечность, в твоих словах прибоя быстротечность, а голос твой, как коршуна, призыв». В земных ступенях символика камня обозначена посредством масонской эмблематики, построения Соломонова храма. Отсюда перефразы и парафразы строительства и сотворения, храма, башни, замка, так же, как и мотив каменщика. Все это есть производное от этой образной парадигмы. В императивном ключе это заявлено в стихотворении «Аве Крукс». Цитата. «Брось свой кров, очаг свой малый, сон в тоскующей груди, и громады скал на скалы, ввысь немую громозди. Божий мир еще не создан, не достроен Божий храм, только серый камень роздан, только мощь дана рукам». В этом тексте присутствует и семантизация ступеней, отсылающая к заглавию книги стихов. Цитата. «Лишь предав свой дух терпению, им оправдан и спасен, будешь малую ступенью в темной лестнице времен». То, что вторая книга Балтрушайтиса «Горная тропа» с акцентировкой символики горы, как синоним камня, явилась продолжением первой и была во многих отношениях более цельной, отмечалось и самим поэтом, и исследователями его творчества. Известно, что две поэтические книги Балтрушайтиса тщательно составлялись автором из стихотворных текстов, частично появлявшихся в русских повременных изданиях на протяжении более чем десятилетия.
Четко продуманная композиция книги стихов с характерным количеством текстов, образующих цикл. В первой 4 цикла, согласно временам года, во второй книге 3. Каждый цикл состоит из 25 стихотворений. Во второй книге нет заглавия циклов. Эту функцию выполняют эпиграфы и оглавления стихотворений, по которым можно судить о продолжении и об углублении сигнатур водного и твердого каменного начал. То есть вот такие здесь будут названия: «Восхождение», «Вечер в горах», «Горная тропа», «Башни безмолвия», «В горах», «Песочные часы», «Дробление», «Замок страха», «Мертвое зеркало», «Я безмерность». Цельность и дробление, как признаковые знаки камня, составляют основной принцип архитектоники горной тропы. Большинство стихотворений горной тропы как бы восстанавливают утраченные фрагменты сюжетного развития первой книги с повторением семантической нюансировкой доминантных символов воды и камня. Все, на этом доклад закончен. Спасибо большое за внимание.